Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой вот роскошный, нежный жакет летний, ажурным узором спицами. Изящество, нежность, знаете, такое восхитительно прекрасное сочетание небесной голубизны и необычного узора с вытянутыми петельками, да, которые напоминают крылья бабочки. Я его так буду условно называть, узор бабочки. Вот. Я считаю, что это прям настоящая дизайнерская находка японских мастериц. Как вы поняли, жакетик, да, принадлежит, я хотела сказать, Перу, мастериц дизайнеров Японии. И, в общем-то, это действительно редкой красоты и изящества вещь, которая к тому же вяжется не самым сложным узором. Я бы так сказала, даже легким узором. На первый взгляд эти узоры с вытянутыми петлями, они кажутся сложными, но если вы освоите технику вязания этого узора, по сегодняшнему моему мастер-классу мы с вами свяжем этот узор, и, в общем-то, вы поймете, что там нет ничего сложного. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Теперь смотрите. Еще здесь имеется такая изюминка – обвязка крючком. Но я знаю, что мастерицы не все умеют вязать крючком, да? Поэтому вот конкретно в отделке вырезы горловины, рукава и планочки по низу нашего жакета. Здесь вы можете применить сколь угодно свою дизайнерскую фантазию, сделать спицами обвязку, как мы обычно привыкли, там, или платочная вязка, или резиночкой один на один. Вот. Ну, а те, которые более продвинутые, которые владеют и крючком, и спицами, я думаю, без труда поймут, что вот эта обвязочка, девочки, это, смотрите, либо пышные столбики вы здесь делаете, либо вы здесь делаете 3-4 столбика с накидом, объединенным в одним основанием, да, то есть вот такая вот обвязочка идет. Думаю, что там нет ничего хитрого и сложного, в принципе. Итак, мои хорошие, как всегда, в сегодняшнем нашем мастер-классе мы с вами будем разрабатывать описание на много размеров сразу. У нас будет сегодня участвовать размер 44, 46, 48, 50 и 52, 54 в описании. И мы полностью с вами начнем с азов, то есть начнем с выбора пряжи, спиц, свяжем образец, как положено, рассчитаем плотность вязания и затем начнем наши расчеты делать по выкройке и с учетом уже определенной плотности. Все будет подробнейшим образом рассказано и выложено в инструкции по инструкции по вязанию будем составлять с вами вместе, и затем все это для общего доступа будет выложено под видео. Поэтому смотрите, девочки, там все будет. Вся последовательность вязания этого красивого, очень красивого, необычного жакета. Итак, мои хорошие, начинаем с выбора пряжи. Итак, девочки, для вязания я выбрала пряжу этого красивого жакета «Газал джинс». Турецкая пряжа в 50 грамм 170 метров. Сказать, 50%, 58% хлопок, 42% акрил. Цвет, я так понимаю, вот этот 11.05. Вот. Ну и, собственно, спицы. Давайте на спицы посмотрим. Спицы я буду 3,5 использовать в вязании.
Вот что у нас с вами, какой образец получается. Вот такой интересный, красивый, довольно образец, да? Бантики необычно смотрятся, так эффектно и симпатично, что прям так хочется схватиться за спицы и вязать. Довольно необычный, привлекательный узор. И на первый взгляд кажется, что что-то сложное, но на самом деле, девочки, поверьте, оказалось легко вязать. Простой узор на самом деле. Особенно во втором раппорте начинаешь это понимать. В первом как-то еще пока вникаешь, да, вот в эти вот красивые вытянутые петельки, там как-то эти накиды еще осваиваешь, да, а потом все становится очень-очень увлекательно. Увлекательно вязание. Итак, мои хорошие, на данный жакетик, я думаю, что грамм, смотря какой длины вы рукав будете делать, если 3 четверти, то 400 грамм вполне хватит на небольшой размер. Ну и там от размера выше берите, на каждый размер прибавляйте грамм по 50, да. То есть вот такой приблизительный расход будет у вас. Итак, давайте сейчас посмотрим схему узора, который я рисовала от руки. В общем-то, поскольку картинкой вдохновилась, которую нашла в интернете, ну, а никакого описания, я понимаю, что это японский журнал, японская модель, но описания я так и не нашла. Я все перерыла, весь интернет, и нету там никакого описания. Пришлось рисовать по фотографии узор. Я думаю, что он получился один в один, в общем-то. Тем более вот эти бантики, у меня была уже предыдущая модель. Еще зимой я вязала, мастер-класс делала. Тоже с такими бантиками, в принципе, там все было понятно, как вязать. Итак, смотрим схемочку узора. Схема вязания выглядит вот таким образом. Я рисовала ее от руки. И, в общем-то, на первый взгляд кажется, что тут такое, знаете, навороченное. Но на самом деле нет. Давайте с вами разбираться вместе, девочки. Смотрите. Раппорт узора у нас в сумме составляет 17 петель, который, значит, можно условно поделить на правую часть узора, это ажурная дорожка на 5 петлях, левая часть узора, это узор ажурной нашей бабочки на 12 петлях, и в сумме это 17 петель. Раппорт узора бабочек, это с 1 по 14 ряд высоту, и наша вот эта ажурная с вами дорожка, всего 2 ряда в высоту. Вот такой раппорт. Зеленым выделено. И часто в моем описании будет встречаться либо ажурный узор на 12 петлях бабочка, да, либо ажурная дорожка на 5 петлях. То есть вот такие будут там встречаться, которые, в принципе, я вам только что сейчас объяснила. Итак, далее. Что у нас еще? Итак, давайте с вами поговорим про условные обозначения. Смотрите, вертикальная черточка – это лицевая петля, горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Треугольничек, вот так повернутый прямоугольный треугольничек, это значит у нас с вами 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вот этот зеркальный треугольничек – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше. Зеленые вот эти вот мои клеточки, здесь нет петли, девочки. Дальше, вот 1, 2, 3, 4, тут тоже 3, я потом вначале 4 написала, потом 3 исправила. То есть это накиды, девочки, то есть между вот этими двумя нашими, 2 вместе лицевой с наклоном вначале вправо, потом влево, располагаются накиды. Вот такое количество накидов между этими двумя элементами связанными. Вот. Вот эти закругления, это мы поднимаем, ну, как бы набор петель у нас идет, 4 петли. Как это сделать, я вам расскажу. Набрасываем петли на спицу, там нет ничего сложного. В принципе, все остальное вообще легко и просто вяжется, обычный узор, да, то есть много лицевой глади и так далее. Как расположить эти узорчики, тоже мы с вами подробнейшим образом сегодня будем разбирать. Во второй части видео я буду схематично рисовать на тот или иной размер, как расположить наши раппорты, как расположить эти узоры, чтобы было красиво,
гармонично и симметрично. Про выкройку. Поскольку вот этот узор с бантиками вы видели, если попадаешь на него, то как тут соблюдать, допустим, при закрытии петель, там, у проймы или у выреза горловины, скругление часто бывает. Как тут быть, да? То есть, чтобы вот этого момента неприятного избежать, я выбрала специально такую, из другой модели взяла выкройку. Вот такая выкройка. То есть, такое, в принципе, в практике применяется, когда у нас идет квадратная пройма, квадратный вырез горловины, и окат у нас тоже у рукава квадратный. Да, схема, да, выкройка мутная, в общем, но я вам просто показываю принцип, да, по которому сегодня будем строить. Эта выкройка лежит в основе, как это все будет выглядеть. Здесь не стоят размеры. Размеры я проставляю и рассказываю вам очень подробно в конце видео во второй части, да, когда мы уже связали образец и начали делать расчеты. То есть там, смотрите, настоящие размеры, настоящая выкройка. Там все более детально я рассказываю, разбираю. А здесь вот я вам просто показываю макет, скажем так, макет выкройки. Без каких-то там размеров проставленных. Размеры будут во второй части видео, в расчетной части. Описание мое составлено, уже составлено мною. Оно будет выложено под видео. Вот оно. Размеры я вам, девочки, уже озвучила, да. 44, 46, 48, 50, 52, 54. Значит, все вот это попетельное наше с вами описание, последовательность наших всех действий, я опять-таки в расчетной части подробно останавливаю. Здесь я просто пролистываю вам, чтобы вам было понятно, что вас ждет под видео. Вот такая вот инструкция по вязанию полностью, полностью, как говорится, сформированная. Соблюдается здесь последовательность ваших действий. В общем, все нормально. Так, ну, в принципе, все это дело вы прочитаете сами. Давайте приступим с вами к вязанию образца узора. Про расход пряжи, девочки, смотрите. Ну, расход пряжи здесь я не указываю. И спицы я не указываю. Вот конкретно здесь, на данной странице. Про расход, что я скажу? Около 400-500 грамм вам понадобится, в зависимости от размера. И по поводу спицы 3,5, крючок, если будете обвязку делать, берите на номер троечку поменьше. Ну и все. Итак, девочки, давайте приступим к вязанию образца. Девочки, будем сегодня вязать по схеме, которую я нарисовала от руки. Но она довольно такая понятная. Значит, у нас 14 рядов раппорт узора. Я набрала для образца 41 петлю. То есть у меня распределяются узоры вот таким образом. Посмотрите. 5 петелек у нас вот этой красивой дорожечки ажурной. Затем идет наш бантик на 12 петлях. Вот. И идет кромочная ажурная дорожка, бантик, ажурная дорожка по центру, бантик, ажурная дорожка. Вы можете, конечно, это все дело сократить и связать, допустим, только одну ажурную дорожку и один бантик потренироваться, да? А вот это все остальное можно не делать. Ну, я хочу, во-первых, красивый образец связать, да? И хочу, в общем-то, чтобы для плотности, для расчета плотности образец был пошире, для более точных результатов. Итак, 41 петля вяжем. Первый ряд. Идет у нас с вами на 5 петлях ажурная дорожка. Кромочную снимаем. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо.
я вижу бабушкины петельки, я вот так переснимаю петельку, вторую поверх первой накидываю. А вы вяжите так, как вы привыкли, как умеете. Связали 5 петелек. Затем идет бантик. Вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И опять 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Итак, связали раппорт бантик. Опять ажурная дорожка. Снова ажурная дорожка на 5 петлях. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И снова бантик. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном влево теперь уже. И опять 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И осталось 5 петелек для ажурной дорожки. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная вяжем изнаночной. Переворачиваем наше вязание. Второй ряд вяжем. Ажурная дорожка у нас во втором ряду вяжется все 5 петель изнаночные. В том числе и накиды. Связали 5 петель ажурной дорожки. Далее вяжется 4 изнаночные. 3 изнаночные, вру. Теперь наш с вами бантик 3 изнаночные. 1, 2, 3. Далее вяжем 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку. Делаем 2 накида, девочки. А накид предыдущего ряда спускаем. 2 накида. И теперь следующие 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку. Там был за заднюю, теперь за переднюю. И снова 3 изнаночные. 1, 2, 3. Связали. Так, и опять идет ажурная дорожка. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Снова идет наш бантик. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. Делаем 2 накида. 1, 2. Накид предыдущего ряда спускаем. Далее опять вяжем 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Связали второй бантик. Следующий у нас идет опять ажурная дорожка. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная у нас тоже изнаночная. Связали. Связали второй ряд. Переворачиваем. Вяжем третий ряд. Ажурная дорожка здесь будет, девочки, сейчас повторяться. То есть у нее раппорт был всего 2 ряда. И потом каждый раз повторяется. То есть то же самое вяжем, что и в первом ряду. 2 вместе лицевой с наклоном влево накид. Лицевая накид. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее идет раппорт бантика нашего. Бабочки бантика. Вяжем 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем 3 накида. 1, 2, 3. Накид предыдущего ряда оба спускаем. И делаем снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали. И осталось еще 2 лицевые. Раппорт связали нашего бабочки бантика. Далее идет ажурная дорожка на 5 петлях. 2 вместе лицевой с наклоном влево накид. По центру лицевая накид. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо.
опять бантик, 2 лицевые, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 накида подряд, спускаем накид предыдущего ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, связали бантик раппорт и 5 петель ажурной дорожки осталось. Это 2 вместе лицевой с наклоном влево накид, лицевая накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем. Четвертый ряд. Вяжем четвертый ряд. Кстати, схема читается у нас всегда слева направо в наших изнаночных рядах. Итак, ажурная дорожка, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Связали. Начинаем бантик. Четвертый ряд. Вяжем. 1 изнаночная. 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. И накид. 3 накида подряд. 1, 2, 3. Накиды предыдущего ряда скидываем. Затем вяжем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Ой, изнаночные, девочки. 2 вместе изнаночные за переднюю стенку. Так, и 1 еще у нас осталась изнаночная. Связали бабочку. Далее у нас идет с вами ажурная дорожка. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И следующий раппорт бантика. Изнаночная. 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. 3 накида подряд. 1, 2, 3. Накиды предыдущего ряда скидываем. Вяжем 2 вместе изнаночные за переднюю стенку. И еще 1 изнаночная. Связали бантик. И осталось 5 изнаночных ажурной дорожки. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочные тоже вяжем изнаночные. Связали. Переворачиваем. Пятый ряд. Самый интересный ряд во всем вязании. Ажурную дорожку вы уже поняли. Вяжется так же, как первый ряд, третий. То есть 2 вместе лицевой с наклоном влево накид, лицевая накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Начинаем вязать наш бантик. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем, смотрите, следующее движение у нас идут сейчас. Будем сейчас с вами поднимать 4 петли вот таким образом. Я вот так пальчик делаю, захватываю его, создаю такую петельку и вот так накидываю ее на спицу. 1, снова 2. То есть я добираю 4 петли. 3 и еще 1, 4. Видите? Да, я вот таким образом накинула 4 петли. Накиды предыдущего ряда скидываю. И смотрите, сейчас очень важный момент будет. Все вот эти спущенные наши накиды от самого основания подхватываю их. Видите, да? Но подхватывать я их сейчас буду вот отсюда, да? Понятно. Как изнаночной петлей. То есть я подкидываю вот так. Спица у меня вот так идет. И вот так провязываю изнаночную через все наши накиды. 4. Вот так. 1 провязала изнаночную, да? И вторую петлю провязываю лицевой. Вот так. Все. У меня получилось 2 петли. 1 изнаночная провязана, другая лицевой. И далее еще 4 набираю петли также. Захватываю ниточку, петля. 1. Захватываю ниточку, петля. 2. Захватываю ниточку, петля. 3. Захватываю ниточку, петля. 4. Вот. Еще 4 набрала. И далее 2 вместе лицевой с наклоном влево. Итак, связан наш бантик. Вот что у нас сейчас получается. Видите? Уже сформировался наш бантик. И далее идет ажурная дорожка. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Второй бантик формируем также.
2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, связали. Поднимаем 4 петли, как я уже говорила. Вот таким образом. 1, 2, 3, 4. Так, скидываю накиды. Как изнаночные, подхватываю вот ниточку, накинула вот таким образом, как изнаночную вязать. И вот сюда, в наш самый первый накид, вот так провязываю изнаночную через все наши сброшенные петли. Раз, подтянула ниточку, чтобы не раскляпано было. И тут же протягиваю еще лицевую. Все. И добираю опять 4 также петли. Раз, накидываю. 2, 3, 4. Все. Вот. И 2 вместе лицевой провязываю с наклоном влево. Второй бантик сформировали. Осталась ажурная дорожка. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная и изнаночная. Связали 5-й ряд. 6-й ряд, девочки, будет самый простой. Я его показываю вам сразу. Все петли провязываем изнаночные. Все. В том числе там, вот смотрите, накиды. То есть все-все-все вяжем изнаночными петлями. Весь 6-й ряд. И у бантиков, и у дорожек. Везде. Вот здесь туговато сейчас будет. Ничего страшного. Здесь хороший такой... Справиться можно. Вот эти накинутые петли. Так, провязали, да, расслабляем, да. Так, здесь тоже изнаночные все идут у нас. Здесь изнаночные. Вот самые тугие, это вот эти вот, которые у нас были подняты, 4 петли, да, вот они будут дискомфорт небольшой создавать. Остальное все легко вяжется. Ну, и это тоже не критично. В общем, девочки, вяжем так до конца ряда 6-го. Полностью так. Все петли изнаночные. 7-й ряд у нас с вами. Ажурная дорожка наша идет. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И далее бантик идет. Все петли, все 12 петель лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Связали все 12 петель. Далее опять идет ажурная дорожка. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Опять идет бантик, 12 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И бантик, и ажурная дорожка на 5 петлях, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. 8-й ряд. Все петли изнаночные. Все до одного. Везде. Вяжем 8-й ряд. Изнаночными петельками. Самостоятельно до конца ряда провязываем. Девятый ряд, девочки, вяжем. Ажурная дорожка у нас, как всегда. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И наша бабочка на 12 петлях вяжется все 12 лицевые. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 связали, да? Я дальше не буду показывать, дальше идет, вы уже знаете, ажурная дорожка, опять бабочка на 12 лицевых и опять ажурная дорожка. То есть самостоятельно, в принципе, это можно связать, девочки, да? У нас с вами 10 ряд. Ажурную дорожку вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. А там, где у нас с вами идет бантик, вяжем 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Опять идет ажурная дорожка. 5 изнаночных. И бантик опять идет 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И осталась ажурная дорожка. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Связали. Переворачиваем. 11 ряд у нас сейчас. Вяжем 11 ряд. 5 петель ажурной дорожки. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали. Далее наш бантик идет. Вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 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 Накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали бантик. Далее идет ажурная дорожка. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали. Далее опять идет бантик на 12 петлях. Вяжем опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. В общем, вяжем, девочки, до конца этот бантик таким образом, да, связали. Закончили 2 вместе лицевой с наклоном влево. И ажурная дорожка у нас последняя идет на 5 петлях. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная и изнаночная. Связали. 12 ряд переворачиваем. В 12 ряду ажурная дорожка вяжется 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. А наш бантик вяжется лицевыми петлями. 12 лицевых вяжем, в том числе накиды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Связали. И далее у нас идут с вами 5 изнаночных ажурной дорожки нашей. И снова бантик. Снова 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 связали. И снова 5 петель ажурной дорожки изнаночной петли. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем. 13 ряд вяжем. 13 ряд очень простой. У нас с вами ажурная дорожка идет, как обычно мы вяжем ее. В лицевом ряду у нас идет
2 вместе лицевой с наклоном влево накид, лицевая накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. А бабочка наша вяжется с вами, бантик, все петли лицевые, все 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И ажурная дорожка, опять бантик. В общем, повторяем то же самое. Не буду показывать. И 14 ряд, девочки, вяжем. Все петли у нас идут изнаночные. И дорожка, и бабочка, и бантик. Все, все петли полностью идут изнаночные. Везде, до конца ряда. И после этого 14 ряда раппорт у нас будет, девочки, повторяться с вами снова с первого ряда. То есть понятно, да? Принцип понятен, вязание этого узора. Очень легкий узор, согласитесь. Может быть, первый раппорт вы вязали, вам показалось что-то там не очень легко, комфортно, в том плане, что вот эти поднятия петель, а потом тугое вот это вязание этих поднятых, да? Но привыкаешь, и уже во втором раппорте вам это будет не будет казаться сложным, а узор, его красота, необычность, в общем, девочки, это очень классный узор, мне нравится, необычный, будет привлекать внимание, посмотрите, какой он классный. Давайте сейчас с вами сделаем влажную тепловую обработку нашего полученного образца и скажем, какая, определим, какая плотность, что по вертикали, что по горизонтали. Так, горячим паром давайте отдаем наш образец с вами. Так, тянем в разные стороны, вверх, вниз, влажный, податливый. Аккуратненько растягиваем все, чтобы красиво смотрелось. Так, все, оставляем, пусть сохнет. Итак, 41 петля у нас в образце и делим на 20 сантиметров. Получаем циферку 2. Запишем, что в одном сантиметре 2 петли. Это плотность по горизонтали. Второй размер, который мы будем измерять, это вертикальная плотность. Для этого нам понадобится измерить высоту образца. Итак, у меня 18,5 сантиметров. Здесь участвует 3 раппорта по 14 петель. 14 умножить на 3, 42 ряда. И делим на 18,5 сантиметров. Получаем 2,27. Ну, здесь явно 2,3. Да? Запишем. В одном сантиметре по вертикали 2,3 ряда умещается. Вот эти две цифры сейчас будем использовать в расчетах. Итак, девочки, наша выкройка вот такая вот, немножко она нечеткая, но я вам сейчас все буду объяснять, не переживайте. Я думаю, мы с вами осилим эту науку. Наша задача составить описание на наши размеры. Рассматриваем размеры 44, 46, 48, 50 и получается 52, 54. Ширина спинки, ну и, в общем-то, ширина спинки у нас будет 49,5, первый размер. Второй размер 58 сантиметров. И третий 61,5. Вот так у нас распределились размеры. Попетельно это выглядит следующим образом. То есть 49,5 умножить на нашу плотность, которую мы с вами считали, 2, да, и получим 99 петель. Второй размер 58 сантиметров на 2 плотность, это 116 петель. И третий размер 61,5 сантиметра на 2, это 123 петли. Распределяем узоры.
Девочки, чтобы понять, как мы распределяем узоры, я хочу еще раз обратить ваше внимание на схему. Смотрите, у нас 17 петель, это сумма нашей ажурной дорожки на 5 петлях, которую мы вязали с вами, да, и 12 петель выделено красным, это наш узор бантики, я его называть буду. Ажурная дорожка, это 5 петель на схеме справа, и бантики, это вот это красное выделено, 17 петель раппорт. У ажурной дорожки раппорт высоту 2 ряда всего, а потом повторяется, да, у бантиков 14 рядов высота. Это вы должны уяснить. В сумме это 17 петель. Если в описании вы видите цифру ажурный узор на 17 петлях, имейте в виду, что он располагается именно так, как на данной схеме. 5 петель у нас ажурной дорожки первые идут, и далее идут 12 петель бабочки. Но в описании будет встречаться, мы будем сейчас с вами для симметрии все это дело переставлять, и я буду говорить, что 12 петель ажурным узором бантики, имейте в виду, это то, что красным выделено, да? Или я буду говорить ажурная дорожка на 5 петлях. То есть это то, что справа у нас по схеме. Вот это вот на схеме она будет зеленым выделена. Итак, смотрите, мои хорошие, что делаем дальше. Как распределяем узоры? Тут я много всего рисовала, да? Итак, вот у нас распределение узоров будет следующим образом. У нас первый размер. 5 раппортов у нас будет по 17 петель. То есть это вот это наша сумма. 5 раппортов по 17 петель. Начинаться у нас раппорт, как я и объясняла, с ажурной дорожки с 5 петель. Далее 12 бантики. 5 умножить на 17. 5 умножить на 17 петель. Это будет 85 петель. Добавляем с вами справа бантики еще. Видите, на 12 петлях. И в сумме это даст нам 99 петель. Плюс значит, 12 петель бантики добавляем. И плюс 2 кромочные. В сумме это 99 петель. Понятно, из чего складывается наше распределение узоров? Схематично я вот нарисовала вам расположение узоров. То есть идет бантики. Затем идут 5 раппортов. В сумме, вот я их пишу как 5 и 12, 5 и 12, 5 и 12, 5 и 12, 5 и 12. Видите, да? 5 раппортов повторили. Еще раз показываю. 1, 2, 3, 4, 5. По 17 петель. Плюс для симметрии у нас пошло еще 12 крайне правые, 12 петель узором бантики. Ну и кромочные. Таким же образом мы располагаем с вами наши узоры на другие размеры, только раппорта увеличивается количество. Для размера 48-50 у нас будет использоваться 6 раппортов, то есть также мы начинаем с узора бантики на 12 петлях и далее 6 раппортов по 17 петель. Да? И на третий размер 52-54 у нас будет с вами уже 7 раппортов. Также начинаем с 12 петель бантиков и далее 7 раппортов подряд. Ну и про кромочные, соответственно, не забываем. Вот такое у нас с вами будет схематичное расположение узоров. Все это описание будет у вас под видео. Не переживайте, увидите, прочитаете, поймете. Здесь главное со схемой разобраться, да? Еще раз, девочки, подчеркиваю. Ажурная дорожка – это 5 петель. Вот то, что справа у нас идут первые 5 петель. Бантики – это 12 петель, которые мы с вами вязали. И в сумме это 17 петель. Это раппорт наш, 17 петель, я их объединяю. Но также я фиксирую их как бы порознь, да, то есть на ажурную дорожку 5, на 5 петлях и бантики на 12 петлях. Вот так. Теперь следующий момент. Полочки. Но я буду правую полочку рассказывать, как располагаются узоры. Смотрите. Для первого размера будет 51 петля, вернее, смотрите, давайте так посчитаем. У нас с вами будет 2 раппорта. Так, считаем. 1, 2. 2 раппорта получается.
Ну, вернее, даже не два раппорта, получается, а целых три раппорта по 17 петель. Но располагаются они не так, как на схеме. То есть 17 на 3, это будет 51 плюс 2 кромочные, да? То есть 53 петли. Вот, я это все нарисовала. Но располагать я их буду следующим образом. То есть правая полочка. Начинаем с бантиков. Затем два раппорта подряд по 17 петель идут. Вот смотрите, 5 и 12, 5 и 12. И завершается все это узором бантики. Ну, почему я так сделала? Представьте, что вот здесь у нас идет планка, да, с этой стороны, это правая полочка, планка. А вот здесь очень красиво будет сочетаться. У нас заканчиваются бантики и начинается ажурная дорожка, да, то есть шов в шов будет красивый узор смотреться. Поэтому я вот так выделила. Это для первого размера. Для второго размера 58 петель у меня получается на полочку. Как я распределила здесь узорчики? Смотрите. Значит, для второго размера это у нас 48-50. Начинаем также с кромочной. И смотрите, три раппорта подряд идут. 15, значит, три раппорта подряд по 17 петель. Так и начинается у нас ажурная дорожка, бантики, ажурная дорожка, бантики, ажурная дорожка, бантики. И заканчивается еще бантиками для симметрии. Понятно, да? То есть я 53, собственно, прибавила наши 5 и получилось 58 петель. Да? А так все то же самое, кромочные. Вот такое расположение для второго узора, для полочки. Это тоже правая полочка. Для второго размера. И третий размер распределение узоров будет следующим образом. Я добавила, здесь у нас не получается такой красивой симметрии, в том плане, что у нас будет бабочка сшиваться с бабочкой. Вот так. Не получается у нас здесь по-другому. И, в общем, начинаем мы с бабочки, затем вяжем три раппорта подряд. Раз, два, три и 2 кромочные. Смотрите, из чего сложили 65 петель. То есть 3 на 17 петель это 51, плюс 12 петель бабочка крайне правая, плюс 2 кромочные. Вот наши 65 петель откуда взялись. Понятно, да? Отлично. Так, что касается проймы выреза горловины, здесь, в общем-то, у нас что получаться будет? На пройму, пройма квадратная, вырез горловины квадратный из-за нашего узора с такого бабочки, да, потому что довольно нехорошо будет смотреться. В общем, я сделала все квадратное, чтобы все это легко было. Вдруг у вас попадет по размеру, ну, закрытие петель в самой прям бабочке. Очень нехорошо получится, да? Поэтому будем закрывать все по прямой. Ничего скруглять не будем, девочки, в этом узоре. Я уже такую модельку вязала, делала мастер-класс по ней. Это нормально смотрится. По спинке у нас вырез горловины будет в глубину 2 сантиметра, а по переду, по полочке, то есть будет в глубину 7 сантиметров. Общая длина изделия на первый размер получается 57,5 сантиметров, на второй 59 и на третий большой размер 60,5 сантиметров. И сразу я все это дело переволочу в ряды с использованием нашей вертикальной плотности. Смотрите, вертикальная плотность мы считали в одном сантиметре 2,3 ряда. Да? Для этого мы наши сантиметры умножаем на 2,3. То есть первый размер 57,5, высота, длина изделия умножить на 2,3, плотность, это 132 ряда. Записывается всегда в четных числах наши ряды. Соответственно, я посчитала, длина общего изделия 136 рядов и длина 140 рядов для третьего размера. Это общая длина, но в описании будет участвовать у нас много разных величин, то есть высота от низа до проймы, там высота от низа до выреза горловины, и везде будут стоять ряды, то есть я буду все эти сантиметры переводить в описании в ряды. Вязать надо руководствуясь рядами, а не сантиметрами. То есть обязательно не сантиметрами измеряйте, девочки, а считайте ряды. Для чего я это говорю и всегда за это заостряю внимание? Дело в том, что у нас
после стирки, влажной тепловой обработки изделие вытягивается, да, и становится значительно длиннее, чем когда мы вяжем, да. И чтобы вот этого процесса избежать, и мы уже заранее измеряем, вытягиваем, да, на образце измеряем, расчет делаем плотность и учитываем его в вязании. Так, квадратные наши проймы пусть вас не смущают. Закрывать будем сразу одним рядом, как я уже сказала. Теперь про полочки. Так, про полочки я уже тоже сказала, да. И что касается рукава. Рукав у нас будет... Окат у него будет, но он вот такой вот тоже, осовремененный, скажем так, не полноценный окат, а вот он такой будет у нас. Но он есть, девочки, не переживайте, он такой квадратный у нас. Смотрите, по рукавам, по низу, для первого размера набираем 58 петель и для двух следующих по 65 петель. Как распределяем узоры? Первый размер. 58 петель. Смотрите, начинаем с вами с полноценных раппортов. У нас с вами будет полноценных раппортов 1, 2, 3 и добавляем 5 петель для симметрии ажурной дорожки. Понятно, да? То есть тут по 17 петель 3 раза и 5 петель ажурная дорожка крайне левая. Ну и кромочная, соответственно. Так, располагаем узоры. Что делаем с двумя следующими размерами? Узор располагаем вот таким образом на рукавах. Вот 65 петель. Значит, начинаем с бантика, затем вяжем 3 раппорта. 3 раппорта по 17 петель. Бантик на 12 петлях, и здесь идет 5 и 12, 5 и 12, 5 и 12. То есть 3 раппорта по 17 петель. Ну и кромочные, соответственно, и в сумме это 65 петель рукав. Скос будем формировать, включать все петли, прибавленные по скосу, в лицевую гладь. В узорах не включаем, ничего там не мудрим, вяжем лицевую гладь. Вот. У тех петель, которые прибавили. Значит, если по низу у нас вот так распределились петли, количество, то по верху у меня получается 76 петель, 81 и 89 петель на наши размеры. По верху, самая широкая часть рукава. Смотрите, скос будем вязать до высоты от начала вязания. Ну, можно сказать, от планки было бы, конечно, да? От планки, девочки, от планки. Скос от планки 48 рядов. То есть, это 21 сантиметр от планки. Подчеркиваю. Планочка у нас будет вязаться, вы увидите в описании, я не говорила. Это у нас, я решила сделать с 9 по 14 ряд. Вот эти нашим узором бантики. То есть, смотрите, свяжите первый ряд лицевой. Второй ряд свяжьте, петельки у нас будут изнаночные. Затем у нас будет вот эти... ну, в общем, по схеме узором бантиков и вяжем вот эти вот петли. Это такая планка будет с 9 ряда по 14 по схеме бантики. Ажурная дорожка не участвует, ее нет, она потом присоединяется. Такая планка будет везде по низу идти, в том числе и по рукавам. Это я так придумала. Смотрите. То есть вычитаем затем из нашей широкой части рукава то, что по низу, и получается то число, которое мы делим пополам на каждый скос. У меня получилось на первый размер 9 петель, на второй 8 петель прибавлять, и на третий 12 петель прибавлять будем. Как я их получила? Ну, на примере первого размера показываю. 58 внизу рукава и 76 вверху. 76 из большего вычитаем меньше, отнять 58. Получается 18 петель надо всего прибавить. У нас с вами с двух сторон одновременно, равномерно будет прибавки делаться. То есть делим на 2. На 2 скоса, на каждый скос по 9 петель прибавки. И также я считала другие размеры. Теперь, что касается, через какое расстояние мы будем делать эти прибавки, тоже легко посчитать. Смотрите, 48 рядов, то есть я 21 высота,
от планки 21 умножила на плотность по вертикали 2,3. Вот 48 отсюда взяла рядов. 48 поделить на 9 получается число 5 целое. То есть в каждом пятом ряду делаем с вами прибавки. Вот. И затем у нас еще 5 сантиметров будет вязаться без всяких прибавок, как есть рукав. Вот. И затем уже мы будем закрывать оставшиеся петли. Все. Длина такая рукава. Естественно, длину вообще изделия вы можете рукава также регулировать. Можно сделать полноценный длинный рукав, да. То есть регулируйте вот эту высоту у рукава, вот эту длину у изделия. То есть не 37, допустим, не 21, а сколько вам нужно, да? То есть рост у нас у всех разный, обязательно, девочки, проконтролируйте, а то может получиться либо слишком длинный, либо слишком короткий. Руководствуйтесь именно индивидуальными вашими мерками, как у вас там есть на самом деле в вашей фигуре. Ну, в принципе, дальнейшая отделка изделия рекомендуется обвязать крючком. Крючок там с пышными столбиками вяжется, но можно и на спицах, кто не умеет крючком. Да? А те, кто не умеет крючком вязать, что я могу вам сказать, девочки? Это все дело можно обвязать, как обычно вы вяжете планку, да, то есть поднять петельки и сделать обвязку резиночкой, там, один на один и так далее. То есть полно вариантов отделки. Это уже несущественные моменты, это здесь включайте свою фантазию. Я главное вам сказала самую, как говорится, суть, и все описание у вас будет под видео. Итак, мои хорошие, до новых встреч, желаю вам удачи!